Продолжается государственный визит президента Казахстана в Азербайджан. Сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл в город Физули. В аэропорту его встретил Ильхам Алиев. Лидеры двух стран примут участие в церемонии открытия Центра детского творчества имени Курмангазы. Встретятся с местными жителями и ознакомятся с проектом строительства городской центральной больницы. Кроме этого, Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев посетят социально-культурные и другие объекты города Шуши.